Харьков, 18 апреля, 17 год. Именно 18, именно апреля. Ровно 6 деньков назад снимал я здесь, поражаясь. Все эти цветочки, людики, поражаясь тому, как быстро все зацвело. Вон одуванчики, видать, попрятались бедолажные. Да, кто-то, видать, меня услышал. Весна резко дала задний ход. И теперь впору сказать, так вот и какое глобальное потепление. Да, абрикосы рядом цветущие. Тут редкий случай, когда можно посмотреть на цветущие абрикосы, абрикосы в цвету и в снегу одновременно. Разве не красотища? Здесь еще рядом с водой подтаяло маленько. Потрясающе. День космонавтики. Шашлыки в футболках. И на тебе. Харьков, Харьков, 14.14 по Киеву, 12 апреля, о, 12 апреля, день космонавтики, день космонавтики, да, 61 год ракеты запустили, было недавно в Житомире, на родине Королева. Генерального конструктора. Да, ну ладно, сейчас не об этом. Что я снимаю? Хочу для себя выяснить, все же разбираюсь. Что за аномалия? Одуванчики 12 апреля. Какие-то, я не знаю вообще, что это такое за растение. Все цветет, абрикосы цветут. Вот эти одуванчики я заметил уже, наверное, числа 6 апреля. Может и раньше были. 30 ноября попал под полноценный ливень, полноценную грозу с молнией, со всеми ветрами, штормами и промокшими носками. Это объективная аномалия или просто такой год? Раньше не замечали. Ну, в общем, все, конечно, дико красиво, но, по-моему, что-то чересчур рано. Что такое 12 апреля? Кроме того, что день космонавтики. Где абрикос? А вон абрикос. Цветущий. Не, никак. Ладненько. 12 апреля, 17 год, Харьков. Это вот же не абрикос.